В этот день 2010 года в помещении Минского завода вычислительной техники, где располагался склад с поролоном, произошел пожар. Сообщение о загорании на складе готовой продукции в Центр оперативного управления поступило в 9 часов 5 минут. Площадь пожара составила 464 квадратных метра. В тушении пожара было задействовано более 25 единиц техники и 105 спасателей. Из-за горящего пенопласта в здании было сильное задымление. В 9 часов 49 минут при ликвидации чрезвычайной ситуации обрушилась кровля склада площадью 288 метров квадратных. Под завалами строительных конструкций оказались 8 спасателей. В 11 часов 38 минут пламя было ликвидировано. В ходе ликвидации пожара героически погибли Лесик Вадим Афанасьевич, Ловдар Дмитрий Евгеньевич, Мухин Андрей Александрович, Сысой Юрий Геннадьевич. Указом президента Республики Беларусь за смелые и решительные действия в обстоятельствах, связанные с риском для жизни, все они посмертно награждены орденом за личное мужество. В Минском городском управлении 11 мая считается днем памяти работников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Почтим память погибших спасателей минутой молчания.